Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и сегодня ваше внимание представляет очередной выпуск журнала Танк Т-72 за номером 7. Вот такая вот большая карабинка, которая, блин, хорошо запаяна. О, даже не рвется. Ну и давайте посмотрим. Как-то нам все-таки неправильно дают журналы. По видеосборке башня у нас собирается вообще в самом конце практически. Ну, может быть, предпоследний там. Самый последний — это установка вот этих задних баков, вот этих, типа топливопровод и еще там какая-то мелочь. И плюс, как я понимаю, скорее всего, может нам даже собрать ее дадут. Или просто так, видите, на свинтике. Это значит, мы должны ее будем скрутить, а потом как-нибудь раскрутить, чтобы установить уже внутреннее убранство, там механизмы, типа откат пушки, типа подъем опускания ствола и типа поворот башни. Но, как я уже сказал в предыдущем выпуске, вкручиваем мы в пластмассу, а в нее лучше вкручивать один раз и все. И навсегда, как говорится, уже не выкручивать, иначе будет жопа на франце. С нашими разъемами придется уж там либо винт брать больше, что не конструктивно, поскольку гнезда в пластмасс довольно тонкие, и их просто разорвет пополам, либо тупо сажать уже на клей, намертво. О, вот это уже и начинаются интересные вещи. Нам уже начинают показывать, заводить как небольшие участки сборки, хотя это не столько сборка, сколько, похоже, состаривание у нас, да? Да, это похоже, если хотите придать аутентичности своей машинке, а конкретнее танку своему, можно вот перед чисткой, ладно, чистка, а или это чистка у нас, я уже думал, это типа состаривание, это похоже чистка, можно использовать различные кисти, необходимые щетки, металл, бла-бла. А, это чистка, блин, извиняюсь, ребят. Я думал, это типа состаривание. Типа нанести какое-нибудь покрытие, как будто потертости, фигертости. Это нет, это типа покатались, сняли гусеницу, почистили щеточкой. Поскольку герметичность у танка нулевая, похоже, лучше ее не заливать. Да, это чистка, извиняюсь. Что ошибся? Хотя нет, нам, похоже, не надо ее собирать между собой. Ну, это хорошо, что предусмотрели, чтобы не собирать. Ох, лишь одно, что... Я не помню, где у меня вот эта штука с 331. Вот такая вот пластмассина. Ну, по-моему, она у меня где-то здесь. Сейчас я... Она должна быть у меня стандартных... Так, жесткий диск. В стандартной коробке со всем и всем. Правда, ты здесь? Да, ты здесь. Отлично. Вот она, вот у меня винтики, отлично, все нашли. Красота, лепота, сказка и так далее, и тому подобное. Выкручиваем, я тогда их наживил слегка, при этом, чтобы не сильно. У меня тогда здесь был небольшой дефект покраски. Так, нам понадобится, как логично предположить, отвертка, так, и мы сейчас ее, наверное, возьмем. Закрутим все это. Ну,
хоть какая-то сборка. Хотя, конечно, жалко, что сборка идет не как в видео, где там сначала мы собираем основную ходовую часть и тому подобное, красота, а потом уже собирается всякая хрень. Ну ладно. Зато плюс то, что теперь можно даже чуть ли не бросать сборку. Хотя бы башня практически собрана. Ну так, декоративно. Вот то, что у нас было с вами собрано, а вот то, что у нас с вами получается. Так, у нас с какой стороны эта штука должна быть? Где-то справа, да? Ну да, вот у нас вырез. Теперь можно вот так вот. Вот. Не падать и не ломаться. Вот это так же, да? Все правильно, да? Вот, вот такая вот у нас теперь получилась с вами, ребята, башня прикручивать. Я ее не буду, но здесь и не говорится об этом, потому что все правильно, чтобы не портить резьбу. Вот такие вот у нас пару-тройку ящиков. Жалко, конечно, ствол нельзя подставить, поскольку он держаться не будет, поскольку он держится за внутренний механизм. Ну, конечно, еще будет там вот так вот, ребят, у нас ствол, который будет тут двигаться. У нас еще будет маска пушки а-ля тополя. Ладно, на данный момент у нас вот такая вот башенка с таким вот лежачим немного стволом. Ну а в остальном все нормально. Из-за вот этой вот штуковины, она теперь уже стоять не очень хочет ровно. Зона прикольнее. Уже, можно сказать, башенка готова. Сюда у нас еще будет скрепиться на вот эту внутреннюю окантовочку. Шестерня большая, которая будет поворачивать. Ну и плюс внутреннее убранство. Тут двигатели. Вот здесь, наверное, двигатели. Отвечаешь же шестерню или здесь, я уже не помню. Сейчас поворот. Ну, шестерня, поворот башни. Подъем ствола, откат ствола. И плюс у нас еще такие вот болтики, винтики, шпунтики. Ну все, ребята, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так же, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем счастливо, пока и до встречи.